Сегодня по Японии прокатится волна инфарктов среди дедов. В общем, да, вот такая вот я сегодня шкила. Если бы у меня была еще, знаете, отпариватель, можно было бы юбочку сделать поинтереснее. Юбочку можно было бы погладить, ну как-то вот, чтобы она вот так поширше была. Вон. Еще пришлось эти идиотские штуки на соски наклеить, потому что костюмчик просвечивает. Вы не поверите, но с утра я ела гречку. Откуда там гречка? Миллион вопросов и ноль ответов. Нет, ну смотрите, понятно, что, возможно, это тупо, да? Вести в страну какую-то другую с собой гречку. Но мне пофиг. Вот здесь бы снизу чем-то ушить, а то, знаете, как-то вот так вот... Вот так было бы более сексуал. Было бы красивее. Смотрите, я что сделала? Я взяла с собой термокружку. Вчера вскипятила воду в чайнике перед сном. Залила воды в термокружку, опустила туда пакетик гречки, на утро поела. Ела без соли. Соли надо купить. Гречка без соли невкусная. Женечка, в Японии комендантский час для школьниц в 5 вечера. Тебя арестуют. Тогда их ждет сюрприз. Ой. В пизду. Ладно, ладно. Ну тут очень жарко. Где у них зеркала вообще? Вот я хочу посмотреться, да? Вот я хочу узнать, красиво я сегодня выгляжу или нет. Где зеркало? Помните, там вчера был Пежо? Да, Пежо на месте, значит, мы идем прямо. Вот, все. Какой красивый. Блин, я не знаю, куда идти. Ну, давайте пойдем так. Слушайте, это не похоже на то место, куда мне надо. Да, наверное, надо дальше идти прямо. Если что, стрим в традиционном национальном костюме Японии. Что это за музыка? Мне нравится. Где люди, почему так пусто, ну, потому что это не торговый центр, не что-то такое, еще там какое-то знаменательное место. Это обычный спальный район Токио. Как раз то место, где всякие аниме действия происходят. Сзади на заборе плакат. А типа собакам запрещают тут срать. На анонимуса нельзя писить. Давайте сейчас переведу надпись. Кто-то наблюдает с тобой каждое утро и ночь. Это пугающе. Ну, как раз в японском стиле. Фига там у кого-то Порш. Крутецкий. А вот и школьниц ведет. Вот, видите, я в точно такой же форме, как она. Все такие, наверное, ждут сейчас. О, сейчас Кьютико попадет в какую-то ситуацию. Ждем, ждем, ждем. Я такая, просто иду. Вот бы она как Лёва Дбака зашла в какой-то криминальный район, и ей там чуть не дали пиздов. Да, ждем, ждем. Или вот бы у нее украли телефон, как у Джинни Ти. Ждем, ждем. Давайте попробуем пополнить нашу карту. Ребус, блин.
Наверное, заряжать. お手持ちの IC カードを入れてください。ご希望のボタンに触れてください。На 10000 йен заряжаем. ただいま、チャージ中です。Все, thank you very much. Россия богатая, у меня 11 тысяч на карте. Мы сейчас на станции Камазава должны быть. Вот, Камазава Дайгаку. Можем проехать до Шибуи. Мы снова в разделе 18+. Что это такое? Ну, короче, это для писюнов игрушки. Давайте быстренько пройдем этот раздел. Вот, видимо, пробка в комплекте не идет. Надо докупать на кассе. Я потерялась. Как отсюда выйти? Что это такое? Мы преодолели трудности, связанные с саке. Это очень увлекательно и вкусно. Это вообще пертики? Ну, это колечки такие, но они адские, я так понимаю, да? Сколько здесь перцев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь перцев. Раз, два, три, четыре, пять. Пять перцев. То есть эти еще более адские, чем эти. Сейчас, давайте попробуем. Union Pay. Еще расписаться надо сейчас. Потом мой автограф продавать. Я расписалась за то, что купила чипсы. Представляете? Мы опять на этом перекрестке, что ли? Да, мы опять на этом перекрестке. Херня какая-то. И невкусно, и не остро. Ну, нет, остро, да. Но отвала жопы не произошло. Ну ладно, меня взяли всего сколько там, 80 рублей. Я пришла, короче, в место, куда мне советовала прийти Алина Рин. High school student. Что-то I'm currently asking foreign people for survey. Can I ask where are you from? Russia. А Россия. Меня зовут Казуки. Я японец. Рад встрече. Ого, ничего себе. Это не важно, но... Can I ask why you are cosplaying? Can I ask why you are cosplay? Are you cosplayer? I think it's national Japanese cosplay. Yes, yes. But it's only just for the high school student who will wear the. Okay. Понятно. I'm so glad I talked to you. Okay, давай. Нет, он фоткаться не хотел, он открывал заметки, и там у него Алжир, я видела, было написано, Португалия, короче, и рядом с ними отметка типа, чик, ну то, что он, видимо, отмечает тех, с кем он виделся вообще. iPhone 15 Pro Max 2000
267 тысяч 100. 178 тысяч. Вы тут совсем в ёбку дались. Я в России дешевле купил, если что. It's okay. Thank you. Yesterday I see on Instagram. Yeah, so then thank you so much. Чувак из Инстаграма узнал меня. Приходите. Из Инстаграма. Жестко. Я купила себе, знаете, вот эти часы, которые такие древние ретро-часы, кто помнит. Во, вот они, вот такие. Сколько они стоят? 1500. Вот это мы и берем. Беленькие нравятся. Само мама де, я сейчас. И вам тоже. You need shopping bag? No. No? Okay. 7,000 yen. And 770 yen. And that's it. Thank you very much. Ah, just one piece. Okay. Thank you for waiting. Все, распаковка. Свистнес купил какое-то говно не работающее, да? Нет, работает. Ладно, они выглядят идиот. Это местный охранник. Стоит на страже. Отдела с часами. Следуйте на юго-восток. Это реальный кенгуру или из чего? Ладно, не будет. Кенгуру сидим в Австралии. Когда поедем туда. Вот они где все жрут. Так, стоп, это что такое? Выглядит интересно. Так. English. Что возьмем? Drink. Хо-хо. Пивасики. Can you give me ticket first? This. Ух, так устала сегодня в школе. Мальчики опять пытались схватить меня под юбкой. Шалунишки. Я кричала «Угу!», отбивалась от них, но они не успокаивались и лезли дальше. Чихуёво себе. Бадья здоровенная. Ошалеть. Все, я готова есть. Палочка, конечно, говна собачьего. Уяу. Главное себя не забрызгать. Нифига тут кусок мяса, это что такое вообще? Она кого-то 5 минут назад еще бегала. Давайте мясо захаваем.
Знаменитое кафе у тетушки Хуйняо. Так, погодите-ка, у меня активированный уголь с собой. Нет, только пластырь. Ну, своеобразный вкус, там, вы знаете. Но лапша вроде прикольная. Давайте яйцо захаваем. Яйцо пока самое вкусное здесь. Как бульон. Честно, что-то боюсь пробовать бульон этот, ну ладно. Ну, говяжий с яйцом. Ну, это, знаете, как бы звезд не ловит, как бы это вот еда. Явно не говяжий, тогда чье мясо я сейчас захавал? Это какая-то хуйня. Ну, кола вкусная, суп нет. Вкуснее, чем в Белом Журавле, еще нигде не делал рамен. Ладно, буду честный. Досок купите за 80 рублей, будет такой же на вкус. Вкуснее даже. Давайте еще вот ластовую закину и пойдем дальше. Не доешь? Конечно, нет. Не зашло, зато выйдет запросто. Это главное. Прочистка, так сказать. Канализация произойдет. Завтра стрим будет попозже. Но зато я, как первооткрывательница, могу сказать вам. Вот, я здесь была. Здесь не надо есть. Нам в Москве так не похуй на это, да? Нам в России, точнее. Есть один видос, знаете, сейчас я вам его покажу, который характеризует прекрасно все мои эмоции. Угощает семью будущая теща. Вот спасибо, Наталь. Мне бы и не приготовить. Ложечку я вам сейчас. Такого дерьма. Не даешь вообще оскорбить повара. Пошел нахуй, повар. Что мне за хуйню приготовил? Почему это невкусно? Я уверен, рамен абсолютно ок. Блять, если бы я такое в Москве сказал, ты бы сказал: уфу, уходим отсюда, типа, уфу, уфу, уфу. А в Японии, я уверен, рамен абсолютно окей. Ты просто не понимаешь. Ты просто зажравшийся овца. Это другое. В Японии не может быть плохо. Это ты просто не распробовала. Всё, до свидания. Угу, вам тоже, да. Да ёпты, хватит, блядь, юбка задирается. Кира, не убегай, там русские. Наши. Можно на третий запах? Почему? Что за говно? Как-то не по-русски все сделано. Я какая спортсменочка.
Я вот не знаю, что купить бы себе. Маккартни. Стелла Маккартни. Я не знаю, кто это. Это какая-то коллаба. Это она. Она стоит как Наруто. Это, наверное, такая... А теперь давай для японского рынка сфоткаемся. Вставай как Наруто. Японцы все такие, она как Наруто стоит, берем. А, вот. Это она, наверное, да, Стелла. XS. Мне нужна М-ка, скорее всего. М-ка или Л-ка. Я бы взяла себе что-нибудь серьезное. Знаете что? Я вот попробую. Мне вот интересно просто вот этот топик померить. Вот это вот. Хотя, наверное, лучше вот это. Блин, здесь с подкладкой под титьки. Вот ненавижу вот это вот штуки. А здесь, надеюсь, нету. И вот здесь М-ку и Л-ку возьму. Фитинг рум. А куда? Локер. Thank you. Блин, реально как тюрьма выглядит. Вот тебе нары откидывающиеся. Вот зеркало, чтобы ты смотрела на себя и понимала, что ты сделала в своей жизни. А это женщина, которая никогда с тобой не будет. Шалеть, я в магазине Adidas ни разу в своей жизни не была. Типа, первый раз, когда я в него попала, пыталась попасть, там уже все закрыли. Что случилось? Что за хуйня? Ну-ка, здесь что, там что, пот? Приперлась в Adidas с потными титьками. Мне очень нравится, как сидит вот здесь. Дальше. Штаны короткие. Ну, штаны такие себе, даже вам показывать не буду. Вот это вот прикольная штука. Типа горло закрывает. В этом есть какой-то стайл. Но хотелось бы, чтобы эта штука вообще раскрывалась. Вот даже эти снизу уже оттопыриваются как-то. Ну что-то. Либо размер не мой, либо я хуй знаю. А, точно, здесь еще все азиатский размер. Здесь точно надо Эльку было брать. Топик покупаем, да? Я думала, ни хера не покупаем. Топик, если что, вот будете стяжать. Кто успеет. Ладно. Как же здесь жарко. Опа, что это такое? Спасибо. Даже в Японии, даже здесь меня узнают. Вот такой вот костюмчик, сколько он стоит? Я не знаю, но круто, да, выглядит? Ушки вот эти. По-моему, выглядит топ. Так, где это взять?
кто это продает? Вот это вот, я вот это искала, да. Здравствуйте. Костюм зайца. Так, это не то. Это мне нужен травас. Хочу... Опачки, и сколько это стоит? Это мат. Один. Что? 15 800. Size free. Так. Try. Так. И что еще? Блин, какой классный бутик. Погодите, голая женщина. А, это настоящая. Вроде с одной стороны прикольно, но с другой стороны хрен бы знал. Ну вот, вот что это такое? Вот это разве не охуенно? Вы знаете, я сейчас вот это вот все одену. Это тоже size free, интересно. Блин, тут парень рядом со мной стоит, он, наверное, охреневает с меня. Думает, господи, пошли уже мерить. Что тут херней страдаешь. Так, шапка прямо с ушами, с длиннющими, с огромными ушами. С огроменными. То есть кролик подрос. Не, ну охуенно. Все, говорит, больше нельзя. Охуело, говорит. Thank you. Мужики, меня поймали в сетку. Они думают, что я вшивая. Я серьезно, они... Он сейчас надел мне на голову сетку, чтобы... Блять, ну я не такая уж и страшная. Даже как-то покупать расхотелось, ладно. Не, ну... А ее точно так надо носить? Я что, пчеловод? Ладно, кепка прикольная. А можно вот это вот я сниму с себя? Блин, ну он говорит, что время 9, надо торопиться. Круто, мне нравится. Рукава продень. Какие рукава? Тут нет рукавов. Она без рукавка. Это уши. Стоп, здесь рукава есть? Блять, что? Вот такие рукавчики. Подождите, не закрывайтесь пока что. Nine cross. Стой, юбку мерить, съебывать. Мистер японец, погодите чуть-чуть, пожалуйста. Стоп, это шорты, блять, что? Или это юбка шорты? Шторка открыта, да пофиг. Мне уже пофиг, пускай смотрят. Россия. I don't understand. 39 кусков. А у меня всего 40 тысяч было снято. Сейчас попробую пополнить СБП. Are you okay? Yes.
Union Pay. 26к, ебать, что я потратила 26 тысяч на какую-то хуйню. Все, теперь вот ее лук у меня куплен. Штаны такие у меня есть, типа похожие. Ага, блядь, ебать, тут жарко. Это уже третий. Кого-то из Тума. А, смотрите, да, я закупила на 26 тысяч рублей. Что, американцы, нет у вас таких, да, денег? Блин, я бы, знаете, что купила бы горячий шоколад. Чоколад. Прикольно. Я никогда не пила горячий шоколад холодным. Union Pay, окей? Да, карты из метро можно оплачивать. Это типа универсальная карта. Thank you. Have a good night. Я впервые пью что-то из Старбакса. Это реально холодный горячий шоколад. И это вкусно. Прям приятно. Это самые вкусные 300 рублей в Токио пока что. Все, я все выпил, если что. Они, кстати, не закончат долбить, они даже ночью долбят, если что. Господи, это что за издевательство над пиццей? Это вообще, по-моему, блины, если честно. Да, да, это блины, мужики, это блинчик. Так, это не пицца, это блинчик такой. Кстати, вот если честно, я ожидала вот этого большого здания Big Camera, чего-то, ну, большего, чем вот это вот какой-то непонятный магазин. А? Как дела? Как дела, люди с отблоком? А? Чё? Сейчас будем рекламу смотреть. Они такие, как? Где скипнуть? А вот хуй вам. Смотрите, страдаете. О, мусорка. Burnable waste. Да, это burnable. Нет, трубочка тоже была, если что, бумажная. Она из такого плотного картона. А вот крышечка, да, крышечка проебалась. Ладно, вот эту крышечку у меня поймали, да. А вы говорили, я извращенка. Вон она тоже такая же. Надо на... Then Yen Toshi Line, это на South Gate. Напоминает переход между площадью Революции и Театральной. Тоже геморрой на Яндогу ходить надо. Все, вот Then Yen Toshi Line. Это, похоже, переход на Fukutoshin Line, но там может быть пересадка на Then Yen. Блин, мне надо Then Yen. Оно же должно быть где-то здесь. О, все. Then Yen Toshi Line. Видите, он слева, единичка. Сейчас мы дошифруем, мы должны ехать на Камазава Дайгару.
Нет, нам выходить на, не на Камазаве, а на Сакура Синьмань Хилстейшн. Кстати, этот поезд даже не останавливается на Камазаве, если что. Так что я бы даже просто не смогла бы выйти. Он, видимо, через окно скипает. То есть к Камазаву мы проехали. Вот мы проехали к Камазаву. Надеюсь, на следующий остановится. Блять. Он не остановился. Постой. Паровоз. Какого хуя? Кондуктор, нажми на тормоза. Куда мы едем, блядь? Мне не нравится этот поезд. Сейчас будет мост. Пиздец, блядь. Какая Тамагава? Какая нахуй Тамагава, блядь? Нормально, сейчас доберемся. Я тупая, короче, знаете, что здесь надо еще смотреть? Здесь надо смотреть вот это вот. Надо смотреть, что на ДТ. Я думал, здесь только на линию надо смотреть. Вот это, видите, ДТ-08-ДТ-27. Ну, там написано. Вот там внизу ДТ-01-ДТ-06. А у меня это ДТ-07. Нет, ну это ДТ-07, это точно. Но наш поезд ожидается через 4 минуты. Он говорит, что надо спуститься вниз на ДТ-07. Ну, я думаю, машинист точно лучше знает. Платформа 4, локал. Момент, да, эта глупая девка, вот аниме, эта глупая девка не понимает, куда садиться в метро. Так бы называлось аниме со мной. Все, мы на Сакурашимачи. Можно вот это вот не делать, пожалуйста? Сейчас какое-нибудь извращение сзади будет идти. Тихо, тихо, тихо. Ну какой ходюсенький. Ми. Классный. Все, плюс настроение. Так, вон Peugeot. Значит, осталось сколько? Значит, осталось 50 метров до дома. Все, отработала смену. Всем пока. Всех люблю. Спасибо, что приходите на мои стримы. Спасибо, что у вас так много. Спасибо за ваши донаты. Спасибо всем шейхам, благодаря которым я сегодня купила все эти вещи. Спасибо огромное. Благодаря вам я вообще оказалась в Японии. Если бы не вы, сидела бы, передела до сих пор в своей деревне. Все. Всех люблю, реально, реально люблю. Не как вот остальные стримеры, пиздоболы, а вот я вас реально люблю. Все, всем пока. Пока-пока.